То есть вначале мы бежим на вот этого парня, который стоит с надписью Ким, черный такой. И потом только выбегаем направо. Там лыжники стоят, они нам не помешают. Что-что? Лыжники стоят, они нам не помешают. Ну я сейчас им крикну. Guys, careful! Paragliding start! Guys, can you go more leftly? А вот эта штука лежит. Что, что? Не, она не мешает. Мы слева от нее подлежим. Так, насчет раз, два, три, начнем бежать. Готовы? Mm-hmm. Раз, два, три. Побежали. Блин, не падаем, не падаем. Что же? Поможешь стартануть? Вот там расставишься петушка. С левой стороны. Вот видите, мы бежали назад, вы раз и сели. Вот стараться. Сейчас у нас помощник будет легче, но стараться не садиться. Хорошо. И знаешь, сейчас надо, получается, надо. Ну все нормально, нормально. Подходи, бери нас, газ. Раз, два, три, побежали. Раз, два, три, побежали. Мы это сделали. Ну как ощущение? Хорошо. Хорошо бежали, молодец. И вот теперь вы сами сидите оператор. Можете одной ручкой, можете двумя. И вот так вот ходить влево, вправо. Самый классный ракурс, смотри, я покажу сейчас. Можно, кстати, удобнее сесть, от коленки согнуть и поднять ближе к лицу их. И вот так поеду, как кресло у тебя. Так и летит. По 90, вертикально лежать, просто водить. И я сейчас могу сейчас не взять, вот так вот.
блядь, климата готовить чуть-чуть.